Но мне кажется, как раз проблема в том, что вот наш российский кинематограф потерял ту изюминку, которая была вот именно в советском кинематографе. Просто последние 20 лет мы пытаемся угнаться за Голливудом. Рано или поздно мы достигнем этого уровня. Это понятно. Уже некоторые отдельные картины вполне по качеству сходны с голливудскими фильмами. Но тем не менее, вот мне кажется, это большая ошибка. То, что потеряли ту форму. Вот я, например, из советских картин практически ничего не... из российских картин практически ничего не могу смотреть. Но, с другой стороны, я просто обожаю советский кинематограф. Я могу некоторые фильмы пересматривать там по нескольку раз. И мне никогда не надоедят. Чего я не могу сказать о сегодняшних фильмах, практически ни о каких. Ну, рано или поздно эта ситуация выровняется. А если говорить про... Я просто забыл еще какую-то часть вопроса вашего. Модель какую выбрать, все-таки западную или ориентироваться на старую советскую? И как обеспечить... Я думаю, что модель уже не будет так категорично звучать, либо западная, либо советская. Уже не будет у нас ни западная, ни советская. У нас будет что-то среднее, что-то российское. Ну, невозможно сделать. У нас другой менталитет, у нас другие задачи для кинематографа. По крайней мере, я хочу, чтобы у нашего кинематографа были свои задачи. Потому что...